То, что с НДСом происходит, уже, я насколько знаю, несколько экономических агентов покинули юридический адрес территории Гагаузии, перевели в другие районы. Если эта проблема не решится в течение 2-3 месяцев, этот процесс будет необратимо массовый. И когда выйдут отсюда юридически, они предприятия останутся здесь, работать будут здесь, но юридически зарегистрируются в соседних районах Бессарабки, там, в этом Тараклии, НДС пойдет туда. В бюджете образуется дыра, ресурсов не будет. Соответственно, надо будет вести диалог с центром, чтобы изменить бюджет, параметры бюджета на республиканском уровне, а это будет очень сложно сделать, для того, чтобы увеличить трансферты. Но этими вопросами должна заниматься команда профессионально подготовленных умных людей. Я такой команды сегодня не вижу в исполкоме Гагаузии. Очень слабая команда. Очень слабая команда. Они не понимают, куда они попали, и не понимают, как решаются эти вопросы бюджетные.